Руслан, 2 гола, награда лучшему игроку матча, но каких-то негативных эмоций все-таки больше осталось? Ну, в целом я хочу сказать, что, наверное, приятнее было победить. Да, там 2 гола, там впервые за первую команду «Спартака». Но когда победа у команды, гораздо приятнее и гораздо лучше для нашего. Дубль — это серьезно? Ты забил 2 гола за весь прошлый сезон. Да, да. Ну, еще для позиции там опорника или центрального защитника это редкость большая. Вот, ну, запомню этот день. Насколько ты сегодня доволен собой лично? Ну, пока не могу ничего сказать по этому поводу, потому что надо разбирать игру. Было и как ошибки, так и хорошие моменты. Поэтому разберем уже вместе с тренерским штабом и уже решим. После 1-го гола у тебя был небольшой разговор с Промесом. Что ты сказал Квинси? Да, там просто ему сказал, что до этого я первый раз ударил, когда в створ. Он просил меня дать передачу. Я говорю, это был пристрелочный, а сейчас уже вот попал. Он говорит, давай, давай, бей дальше. Во втором тайме ты опустился из полузащиты в оборону. Это изначальный план или было связано с заменами по ходу игры? Нет, это так сложилась ситуация, потому что в первом тайме Никита травмировался, и потом уже 2 центральных защитника были на желтых карточках. Вот, ну и уже по ходу игры решили так, чтобы я опустился ниже, и так уже продолжили. Гол Соболева в концовке не засчитали, Мешков свистнул. Раньше что там произошло? Ну, я изначально сам не понял, уже ребята объяснили, что да, там судья раньше времени свистнул, но, повторюсь, все мы люди, все ошибаются, не могу ничего. Мы должны были побеждать в любом случае, и независимо, как происходит что на поле, должны побеждать всегда. После игры вы подходили к судьям, какое было объяснение с их стороны? Да, особо ничего не мог сказать, я думаю, он, может, там сам что-то понимал, что где-то был неправ, но... Просто уже, наверное, для себя было интересно понять, что и как. Вчера на предыгровой ты сломал палец. Как это произошло и не мешало ли тебе это в течение матча? Ну, сломал, не сломал, еще не знаю. Вот, но сейчас пойду сделаю рентген и уже посмотрим, что и как там. Да, там просто рукой в мяч ударился. Нам предстоит еще раз встретиться с Уралом в ближайшее время в рамках Кубка России. Как раз-таки хороший повод, чтобы выиграть. Да, хороший повод как раз взять уже реванш и... Самое главное, уверенная победа и пройти дальше уже в кубке.